Давай, давай, Рома. Еще, еще. Съедай его, Макс. Да вроде ничего не было. А, ну если в ту сторону, то нормально. Хорош, Макс. Хорош, хорош. Еще? Они опасны ли? А, ну все. Опасная игра же была. Опасная игра же там была. Thank you.
хорош, хорош. Хорош. Давай, Лёш. О, Ром, тоже ты гоняй. Эх. Эх, чё Булат-то у тебя сегодня сыграть-то? А, Булат. Ладно, надеемся, что ты еще забьем. Еще, еще, Альберт. Хорош, Петрович, хорош, хорош. Поздно, поздно было. Но, по идее, вообще нормально было.
Еще по флангу. Хорош, хорош. Переборщил, переборщил, Лёш. Хорош, хорош, Альберт. Давай, давай, догони. Вешай. Удар. Ай, еще. Бей. Эх, поздно, поздно, Ромка, Ром. Лёш, Лёш, ну парись, ну. Ну то пивной живот отрастил, и не можешь побороться нормально. Хорош, Дэн. Ещё, Дэн. Хорош. Давай. Хорош, тройне. Давай, Кири. Еще. Съедай, Петрович, его. Хорош, Альберт. А, нет. Еще раз хороший. Ну давай, давай. Эх, Леша. Ну, почему... Булат. Что-то как-то при... Вместо Альберта Салахутдинова номер 5 вышел на поле Богдан Рыжов, номер 30. Хорош. Манга Таулина. Эх, Богдан Богданович. Хорош, Богдан. Хорош пас. Кирюк, посмотри. Еще куда-нибудь. Хорош. Гол! Хороший гол. С голевой передачи от Максима Благодарова, номер 27. Гол забил Роман Катулин, номер 11. Молодцы, парни. Хорош. Нормально, я плачу.
Ну куда, Марсель? Еще, Кирюх, догоняй! Ну ничего, ничего не встречает никто, а! Хорош, Роман. Ну еще, встречайте. Хорош, Лена. Просто повезло. Согласен с Николаем Васильевичем. Проходной двор. Чего в центре никто не встречает? Потом спрашивается, откуда голы берутся. Потому что нифига никто не встречает. Марсель надо заменять, реально. Он как-то сдулся. Хорош, Марсель. Еще. Ну, до конца, Кирюх. Хорош. Еще отдай куда-нибудь. Вставляй ногу, Макс. Хорош. Еще! Выбей! Куда-нибудь! Наш. Аварик. Алёша, Алёша. Играй давай, Алёша. Не ленись. Ленишься много. Ещё, Дэн! Ну не пожарьте! Ещё, Макс! По флангу отдай! Стой на своей позиции!
гол забил с передачи Алексей Щенков, номер 69. Гол забил Булат Халидов, номер 15. Красавчики. Ну, наконец-то, хоть как-то Лёша отметился. Прессингуйте, прессингуйте, до конца! До конца! Хорош, Богдан! Ещё по флангу! Эх, Ром, Ром! Хорош, Ильна, хорош. Давай, 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 еще. Молодец, Ром. За прессинг. Лучше бы сейчас следовало бы отдать Роме пас. Еще, 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 Богдан. Хорош. Эх. Ну, Кирюх. Я все-таки думал, что, может быть, все-таки надо было там пробить. Молодец, Булат! Но все равно. Переборчик небольшой. Правильно. Еще, еще, ногу поставьте. Марсель, не упускай игрока, не упускай. Эх. Еще, 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 Макс. Ну надо было ногу поставить. Эх. Два один. Обидно. Ну и сыграйте цепко, цепко сыграйте. Нету. Передай по флангу! Эх, Ром. Тичи зритель. Ребята, ну как так? Ну как? Ну как вы можете так играть без подбора? Почему нет подбора? Еще, еще, Макс. Это было чересчур, ребята. Надо было бить, Булат. Бить! Еще, Марсель! Ну, встречай его!
Налево. Встречай, встречай. Хорош. Съедай его. Горишь. Мне кажется, что надо немного поменять игроков. Ну, особенно в центре. Ну нет, он подцепил его все-таки. Подцепил. Немного. Ну давайте, гол, 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 гол! Эх, нет. Еще. Сыграй с вратарем! Ну, Ильнур, блин, а! Центра. Ну, косикнули очень сильно, ребята. Особенно центральный защитник. Сыграй налево. Это-то сильно. Еще, давай! Поджимай, Леш, его! Ну! Ну че вы все мягко-то играете-то, а? Thank you.
отмена, пожалуйста. Еще догоняйте, а! Хорош, Петрович! Давай! Марат? Чё, куда? А? Чё, куда? Я куда? Домой? Нет. Чё, чё, чё? Прессингуйте, давайте, Кирилл! Давай, давай, Себастьян! Хорош!
Хорош, хорош, Леш. Что, дождь, что ли, пошел? Еще прессингуй, Булат, его! Еще, Кирюх! Поставь ногу! Завозился. Ушел. Ну, быстрее! Эх, Ромка, завязался ты. На, дальше идет. Ну, это очень хорошо. Так, замена. В составе вратаря вместо Богдана Рыжова, номер 30, на поле вышел Альберт Салахутдинов, номер 5. В чем? А, ну да, у нас еще и в середине второго тайма тоже. Так, получается, вместо Ильи Петрова, номер 3-4, на поле вышел Себастьян Кульяно, номер 14. Он. Давай, Лёша. Эх, Лёша. Может, было получше. Давай, Лёш, хотя бы уж забей сегодня свой гол. То давно не забивал. Если не ошибаюсь, то последний раз вроде забивал во втором туре матч с Фениксом. Хорош, Нар. Марсель. Ну вот куда? Куда даешь, Марсель? Давай. Эх. Булат, тоже. Такой же вопрос, как и Марсель. Куда? Я же понимаю, что не всегда все будет. Блин.
Какой гол, красавец был. Молодцы, Спектр. Проигрывали. 2-0. Сравняли и повели. Ротар, ты чё, спишь? Конечно, плюшечка очень знатная получилась. Ну, Макс, вернись на позицию. Да-да-да, грубо. Даже двойная замена вместо... Вместо Алексея Ещенкова, номер 69, и Булат Халитова, номер 15, на поле выходит номер 9, Ренат Ахмадуллин, и номер 22, Антон Ещенков. Надеюсь, что эти двое вышли, помогут разбавить колорит нападения. Ну, еще удар. Эх, мимо. Мимо, Рома. Мимо. Вон. Ну, шанс-то есть. Ну, блин, ребят, с этой команды надо брать очки. Ура. Не просто. Можете просто проигрывать. Проигрывать. Ну-ну-ну, Ильнур! Ну что за игра такая? Почему тупим? Почему? Все понимают, конечно. Просто сверху все видно. Ну, блин, просто на будущее учитывайте. Не хочу четвертый, не хочу. Играйте здорово, ребята. Давай, давай, Себастьян, тащи! Тащи! Нет, ты увидел, что ли? Ну давай, Антон! Да он не слышит! Такое. Извиняюсь. Проблемы. Штатив. Ну что вот за мертвость? Почему мертвый за полузащита? Я, конечно, понимаю, что Себастьян очень хороший дриблинг имеет. Ну, блин. Мудит. Ильнур! Опять запарываешь.
Давай, Марсель, Марсель. Хорош. Давай, Кирюх, по флангу. Ну чё? Ну, подстройся, а. Верно Ромка тебе говорит, тоже. Верно. У тебя было время обработать и ударить нормально. Ну нет, как всегда. Конечно, понимаю то, что мы проигрываем. Ну куда спешить? Куда? Ну вот и что на правый фланг? Правый фланг пустой. Хорош, Макс. Подустал Ромка. О! Долгожданное возвращение. Вместо Романа Гатаулина номер 11 на поле вышел Тимур Гилязов номер 10. С возвращением тебя. Ну блин, Кирюх, можно было на самом деле Анатоше отдать. Ещё! Кирюхе отдай! Посильнее надо было, Ренат, посильнее. Ещё на правой! Делай! Возвращайся, Кирилл, возвращайся! Шоу! Аут, аут, аут. Давай, давай, убегай, Тош.
Давай, Тимур, решай! Давай, гол! Давай, гол, гол. Нужен гол. Замена даже произошла. Вместо сейчас внучку замене. Пока так ротара. Так, а заменим. Вместо Антона Ищенкова номер 22 на поле вышел Алексей Ищенков номер 69. Так, не понял, в чем дело. Конечно. Еще, Себастьян. Мяч-то наш был! Играй, играй! Айда, айда, гол! Надеюсь, что все-таки забьем третий мяч. Даже четвертый. Какая-то вялость. Очень сильная. Толчок был. Повезло. Хороший удар, Ренат. Хороший. Вот мяч! Вот мяч! Ворота, конечно, кого-нибудь поставить.
Давай! Горишь! Еще на фланг! Бей! Так, двойная замена вместо Рената Ахмадуллина, номер 9, и Тимур Глязов, номер 10, на поле вышли Роман Катауль, номер 11, и Булат Халидов, номер 15. Направо отдай, фланг! Еще, еще! Выбей, выбей! Давай, Кирилл! Марсель! Да, плава замена. И дискуссия небольшая. Так, вместо Марселя Ибрагимова, номер 4. На поле вышел. Блин, забыл фамилию. Ну ладно, потом вспомню. Скажу в конце. Хорош. На фланг отдай. Ну, Макс, хорош! Не надо было так делать. По флангу пускай! Или в центр. Хорош. Да, осталось 5 минут и проигрываем 3-2. Ну давайте, ребята. Центр, в центр! Эй, 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 эй.
На фланг! Эх, угловой. Эх. Не было офсайда. Ну блин, на, сходили бы за мячом. Три минуты осталось до конца. Давайте, вперед! Давай, Булат! Еще, Булат! Давайте гол!
Давай, Кирюха! Эх. Ну все. Жаль. Наверное. Нет, еще есть шанс. Пока. Эх. Блин, а. Ну, поздравим, Спектр, с победой. Неожиданный. До свидания.